Началась весна в деревне. Грызика. Ужас, что смотри, творится. Мы едем, у нас родственник застрял между домов. Тут вообще ужас. Привет! Мы на своей еле проехали. Сейчас покажу, сейчас, когда поедем назад. Это просто ужас. Но это окраинка, да? А там такие колдобины, я не могу туда-назад показать. А, здесь нормально. А сейчас поедем. Там ужас по колено будет, эти выбоины между домов. Представляете, как люди ездят, я не знаю. У нас по деревне нормальная дорога, прям вообще все замечательно. Не то, что здесь. Но это я просто обочину показываю. Тащим его. Он сел всеми четырьмя колесами. Никак, говорит. Никак. Никак, даже не дергается. Он так крепко сел этими. А там такая лужа, я не могу тут уже никак приподняться. Я головой всего машину упираюсь. Он прям в луже сидит. Вообще крепко. А лужа такая со льдом. Здравствуйте. Там такие страшные места он проехал, а здесь застрял. А там вообще мы... Я виновата. А, ну... Вчера пришла домой, смотрю, там трактор почистил. Ага. Я виновата. Здесь тоже. Потому что темно было. Мне показалось, что... Торжественный момент даже не сняла такой. Ой-ой, слава богу. Ой, идти. Давай. Ой, все. Подтолкнуть. Ай-ай. Ага. Все, слава богу, все. Шот на свободе. Едем назад. Сейчас. А, мы здесь не поедем, да. Хотела показать. Видите, тут такие ужасы. Потому что по ночам сильные морозы. Ну, вовремя не прочистили, а сейчас по ночам морозы. Тут бесполезно сейчас что-то чистить. Потому что леденеет все. Ну, здесь уже нормально. Мы просто сейчас другой дорогой поедем. Это школа наша, проезжаем, не успела включить пораньше. Здесь несколько корпусов. Вот этот, потом за этим. Нет, они соединены проходами, но... А здесь, видите, в городе асфальт, все хорошо. Солнышко, асфальт. А там между домов у нас всегда такие ужасы творятся. И растает там еще не скоро. Так, пошла, показала вам птичек, побежала покормить этих, думаю, по-быстренькому. Ну вот пришлось вернуться мне за телефоном, потому что смотрите, что здесь. Вон что, видите, я увидела, у нас радостное событие. Да, так, что у нас тут клеенки, откуда все это валяется, не знаю, видите?
Ну, наконец-то я их ругала и ругала. Я уже вчера здесь же в теплице стояла вот эта вот штука. Уже, думаю, домик им отгорожу. Ну, конечно же, первое оно небольшое, а так будут покрупнее. Молодцы, хвалю. Индеец, под твоим руководством. Молодец, под твоим руководством. Вон второй. Под твоим чутким руководством, не знаю, то ли завалить одного индейца, то ли пускай покажу вот. Молодцы, хвалю. Молодцы. Конечно, им нужно укромное место, это понятно. Но чего мне тут городить теплицы, когда они временные? Мне их нужно уже туда бы, я их перекинула на улицу. А просто мне сейчас вообще некогда этим заниматься. Индейцы. А, еще маленькие. Ну, я имею в виду не сравнить там с теми здоровыми, которым уже было у меня по несколько лет, да? Ой, ну прям такие. А ты весь поклеванный, да? Тебя вот этот вот соперник, я так понимаю, долбасит. Да? Смотрите, видите, все лицо у него поклеванное. Это рана у тебя. Я сначала думала, он грязный, в грязи, кусками. Да, он тебя обижает. А ты тоже погрызанный. Да, значит, вы здесь вдвоем устраиваете разборки, да? Ну, ладно, уживаются, потому что крови я прям не видела. Ой, кто красивей. Вы знаете, что индики, вот он стоит, когда вы на него не смотрите, он обычно вот он вот так вот будет ходить. Опа! Видали? Вот то, что я хотела сказать. Как только вы на него обращаете внимание, на индюка, и понеслось. И вот так. Ну-ка, красавчик. Красавчик, давай. Красавчик. Ой. И они начинают рисоваться. И хвостом этим вот они... Он у них как туда-сюда, туда-сюда. О, видали? Сейчас вбок. Рулят этим хвостом. Вот. И топырится, и прям шерсть уже прям совсем... Шерсть, перья. Аж прям дыбом. А хвост какой пушистый, гляньте, как там красиво. Дай покажу под хвостом, такой пух красивый. О, и вот так. И вот они начинают вот так перед хозяином. Индюша. А это большая индюша, маленькую обидела. И вот они так начинают, когда с ними разговаривают. Смотрите, какой пух. Видали? Видали, какой пух там красивый? Все, молодцы. Молодцы, бдите дальше. Давайте, чтобы девчонки здесь работали тоже. Вы же, наверное, трудитесь тут, я не сомневаюсь. Ну, сейчас и уточки начнут нестись. Вон, там уже кастрюлю выпили. Жарко, конечно, поэтому я ведро поставила. Сейчас долью воду. Ой, молодцы. Вот, первое яичко с почином, да? Молодцы, хвалю. А то я вас ругала, ругала прям вообще. Прям неудобно мне было за вас перед зрителями. Да? Говорю, бездельники. Всегда были нормальные индюшки. А сейчас прям бездельники какие-то. Все, я пошла. Ты будешь стоять разговаривать, так и буду стоять с ними. Мы приехали, сейчас посмотрим. Совсем еще он мокрый. Они здесь проваливаются в эти сетки. Надо пакетик взять. Да. Я прям только еще, да? Совсем ты мокрый. Дэн, дай мне какой-нибудь маленький пакетик. Это так. В этих ячейках ноги застревают. Вообще. Давай мы тебя возьмем. Третьим будешь. Давайте.
Ну, ты чего, давай. Маленький, ты совсем прям мокрый, да? Совсем только вынес. Вот этот. Вот так. Так. Никто тут не прячется нигде. Тут еще один висит, вон ногой тоже застрял. Блин. Надо было так эти изобретатели изобрели. Видите, прям они так застревают, что ж... Давай. Бен. Возьми двоих. Так. Это нужно убрать, чтобы оно не мешалось. Так. Скоро будет. Кто тут пищит, а? Ты пищал, не? Вот, видите, как по кругу, кто не видел никогда, интересно, да? Они вот так продалбливают клювом по кругу. Извиняюсь, что так прям вообще впритык, не могу больше вообще никак держать. Одной рукой я лоток держу и камеру, а другой рукой... Так, ну все, да, здесь не осталось. Это убираем здесь. Здесь нужно эти кусты убрать. Так. Так, а то яйца так сильно пищат, или как будто не застрял. Наверное, так пищат. Все обсмотрела. А, вот, ты, дружочек, смотрите. Старается. Вылазит. Вылази. Вот. Давай. Давай. Нога за шеей. Давай, положи. О, давайте сразу уберу отсюда. Давай. И этот, видите, тут работает. Так, ну что, все нормально, да, не убрала? Все нормально. Вот они на клювчике, вот он. Вот он, вот он. Здесь, здесь. Я теперь думаю, кто кричит. Теперь вот следующий. А кричит? Ты что кричишь? Давай, работай. Давай. Замолчал. Ну-ка, давай. Старайся. Вот так, все, лежи. Лежи, отдыхай. Где-то. Угу. Пускай лежит. Один все-таки утонул. Да, я его взяла. Один все-таки утонул. Видите, они постоянно тонут в этих ваннах. А хоть я и закрыла здесь, надо было тоже вот этой штукой, наверное, натянуть. А что толку, она провиснет. Изобретатели. Потому что они все время отсюда вываливают и прыгают. Вываливаются и прыгают. Они все время внизу вот здесь. Ну, что поделать. Тебя уберу туда сразу, чтобы... Ну вот. Упал. Упал. Он еще не распрямился.
куда показывает яйца. Пока считать не буду, что считать тут. Такой пухленький, пушистенький. Нет, Дэн, селедку взяла, не свежую рыбу. Балу пожару какую? А, ну, разогрел ты имеешь в виду. Нет, я еще селедочку взяла. Ну, ты ешь там, не знаю, кому хочешь, поделись. Все, сейчас успокоится. Дети будут спать. Ладно, закрываю. Есть будем. Уезжали поздно, приехали. Время 9 часов. А мне же нужно бежать к козам, а мы хотим есть. Сегодня вот так вот сделаю. Сделала сорти. Здесь одна селедочка и одна скумбрия. Я их не чищу никогда в жизни. Потому что все самое вкусное, самое ценное на шкурках. Правда же? Мама, немного меньше половины достаточно? Да. Самое вкуснятина же. И потом отдираешь все это руками, и потом это тут же грызешь. В общем, все как положено. Вот и по-быстренькому. Дети были дома, позвонили. Милана почистила картохи. Поставили варить картоху. Вот. Чего показывать ставим. Ну так получается. Спешу очень. Она врам собакам варит, тоже голодные. И вот так вот. Вот так вот так. Как всегда. И вот так вот. По кусочку нам тут попадется. Попадется. Попадется, придется. По кусочку селедочки и по кусочку скумбрии копченой. Все. Очень быстренько нужно поесть, потому что же нужно. И так, представляете, я как задержалась. Я обычно там часов 7, но в 8 бегу в сарай. А сейчас уже 9.